Сентябрь побаловал нас теплыми деньками, пришло время дождей, а это значит, пора одеваться теплее. На выставке представлена коллекция верхней одежды «Осень-зима». Пальто, куртки, пуховики, широкий модельный ряд, высокое качество и доступные цены. Отечественные производители не перестают радовать покупателей качественными изделиями, не меняя ценовой политики. Также на выставке представлен большой выбор головных уборов как для женщин, так и для мужчин. Правильно подобранный в тон головного убора аксессуар завершит образ дамы. На выставке представлен огромный выбор мужских и женских перчаток из кожи, велюра, гипюра. Более 300 видов. Радуют горожан и оренбургские мастерицы. В этот раз в Одинцово Экспо представили знаменитые пуховые платки, жилетки, палантины. Чтобы создавать такие воздушные узоры, авторы используют не только привычный крючок и спицы, в ход идут даже вилки. Знаменитая ярославская майолика снова радует глаз горожан. Уникальные керамические барельефы, статуэтки, предметы интерьера. Выставка «Подмосковная осень» продлится до 12 сентября. Узнайте больше о современных достижениях отечественных производителей. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».